Ваш язык переполнен жестким чувством времени, что заранее отвергает пластичность Вселенной. Мое племя представляет Вселенную как единый организм, как сырой первоначальный материал для творения. Ваш язык отрицает это каждым произнесенным вами словом. Вы дробите Вселенную на маленькие кусочки. Мои соплеменники сразу же распознают, что бифуркация природы Уайхеда — это иллюзия. Это производная вашего языка. Программисты ваших компьютеров знают об этом. Они говорят: «Завелся мусор? Убрать мусор». Убирая мусор, они обращаются к программе, к языку. Основа же моего языка в том, что я во всех своих поступках являюсь частью окружающего меня мира. Ваш же язык изолирует вас от Вселенной. Вы позабыли о происхождении букв, которыми записываете свой язык. А ведь предками их были идеограммы, которые запечатлевали движение окружающей Вселенной. Из статьи Чарльза Хобухета для журнала «Философия 200». В неярком утреннем свете Дэвид стоял под высоким кедром, перебирая 5 камушков в кармане. На траве выпала роса, как будто каждая ночная звездочка оставила на земле свой след. Кацук стоял рядом с мальчиком, подтягивая лямки рюкзака. За его спиной на горных вершинах горел алый отсвет зари. «Куда мы пойдем сегодня?» — спросил Дэвид. «Ты слишком много говоришь, Хакват. Всегда ты затыкаешь мне рот. Потому что ты слишком много разговариваешь. А как же я буду учиться, если мне нельзя говорить?» «Раскрой свои чувства и пойми то, что они тебе говорят». Кацук вырвал из земли несколько веток папоротника. На ходу он бил ими себя по бедру, вслушиваясь в окружающий мир. Звуки, что издает следующий за ним мальчик, находящийся рядом звери. Слева пролетела перепелка. Индеец видел желто-коричневое пятно на заду у лося, что мелькнул далеко-далеко в мшисто-зеленом рассветном лесу. Они снова поднимались в гору. Дыхание вырывалось из губ белыми облачками. Потом очутились на склоне, поросшем старыми цугами, и спускались в заполненную туманом долину, где стволы деревьев поросли струпьями лишайников. По дорожке стекала влага, заполняя водой лосиные следы, вымывая мелкие камни и вырывая на спуске целый канал. Единственное, что они слышали, это звук своих шагов. Они нашли выброшенную охотником голову белки. Ее обсели птицы с черными клювами и белыми грудками. Они продолжали пировать, даже когда 2 человеческих создания прошли в шаге от них. Спустившись в долину и выйдя из чащи, они попали на поросший тростником берег небольшого озера. На воде лежал серо-голубой туман. На дальнем берегу стояли восковые зеленые деревья. Справа была отмель. На мокром песке четко отпечатались следы птиц, что прилетали сюда в поисках еды. Утки крахали, предусмотрительно направились к дальнему берегу. Когда Кацук с мальчиком вышли на открытое место, утки взлетели, взбивая воду крыльями, и закружились над чужаками. «Вот это да!» — воскликнул Дэвид. «Здесь кто-нибудь был до нас?» «Мое племя! И много раз!» Кацук осматривал озеро. Что-то заставило уток всполошиться. Плохой знак. Рядом с зарослями тростника лежали поваленные ветром цуговые деревья. Кора на них была сбита бесчисленными копытами. Кацук снял рюкзак
и ступил на ствол дерева, чья вершина погрузилась в озеро. Тонкий ствол дрожал под его ногами. Индеец схватался за торчащие ветки, пробираясь к воде, и вдруг застыл на месте. Рядом с деревом по воде плыло черное перо. Кацук нагнулся, вынул его из воды, отряхнул. «Ворон!» – прошептал он. «Вот это был знак!» Кацук сунул перо за головную повязку, присел, придерживаясь одной рукой за ветку, и погрузил лицо в воду, чтобы напиться. Вода в озере была холодная. Ствол дерева задрожал, и Кацук почувствовал, как приближается мальчик. Кацук встал и еще раз внимательно изучил окружающую местность. Мальчик пил, громко плеская водой. Сейчас им предстоял путь до дальнего конца озера, а потом вдоль ручья, впадающего в него. Индеец почувствовал, что мальчик сошел со ствола и повернулся сам. Рюкзак был чужим зеленым пятном среди тростника. Кацук вспомнил о лежащей там еде. Пакетики арахиса, двух шоколадных батончиках, нескольких пакетиках чая, понемногу бекона и сыра. Кацук подумал о еде. «Я еще не настолько голоден, чтобы есть пищу хакватов». Мальчик стоял рядом, глядя на рюкзак. «А вот ему кушать хочется», — подумал индеец. Кузнечик в тростниках завел свою вечную песенку. Кацук повернулся к Дэвиду, поднял рюкзак. «А я думал, ты собрался ловить рыбу», — сказал мальчик. «Ты не выживешь здесь один». «Почему?» «С этим местом что-то не так, а ты даже не почувствовал этого. Пошли». Кацук сунул руки в лямки рюкзака и вернулся назад, в лес, на звериную тропу, идущую параллельно берегу. Дэвид шел за ним и думал, с этим местом что-то не так. Сам он чувствовал только пронизывающий все тело холод. Каждый листок выливал на него скопленную влагу. Кацук свернул налево и перешел на охотничий шаг. Небыстрый, настороженный, каждое движение согласуется с окружающим. Сейчас он чувствовал себя в сверхъестественном мире похитителя душ. В нем нарастала волна экстаза. Каждый шаг напоминал о древних религиозных ритуалах. Сама природа тоже насторожилась. Какая-то особенная тишина. Все окружающее концентрировалось на поляне в головах озера. Дэвид старался не отставать от Кацука и думал про себя. Что он там увидел? Мрачная настороженность движений наполняла окружавший их лес скрытой опасностью. Они прошли мимо зарослей морошки, но ягоды были еще не зрелыми. Дэвид увидал, как Кацук остановился, внимательно изучая заросли, как зашевелились листья. Будто это были язычки, рассказывающие индейцу об этом месте. Ягоды, деревья, озеро — все вокруг разговаривало. Но только один Кацук понимал их речи. «А вдруг здесь есть какие-то другие туристы?» Дэвид споткнулся на выступающем из земли корне. В нем одновременно появились и страх, и надежда. Тропа велась наверх по склону за кустиками морошки. Кацук слышал, как мальчик споткнулся, но удержался на ногах. Он вслушивался в тягостное молчание леса, в журчание ручья, бегущего слева от тропы. Из-за росы штанины джинсов убитого бородача совершенно вымокли. Кацук кожей впитывал холод и думал, что неплохо бы сейчас иметь дубленку. Осмысление пронизало его будто молния, будто сам лес послал предупреждение. Кацук даже на месте застыл. Хакватская дубленка. Он знал, что уже никогда не сможет даже увидеть дубленку, почувствовать ее тепло. И вообще все это хакватская чушь. До него дошел смысл предупреждения. Эта хакватская одежда делала его слабым. Нужно как можно быстрее избавиться от нее, иначе ему не гарантировалась безопасность. Медленно-медленно индеец поднялся на склон, слыша, как следом идет мальчик.
Деревья стояли слишком густо, чтобы увидеть, что творится на поляне, но Кацук знал, что опасность находится именно там. Он опустился на землю, чтобы ветки не закрывали обзор. Тропа раздваивалась. Одна ее часть вела прямо на поляну. Деревья росли вроде бы и не густо, но все же поляну видать не удавалось. Кацук спустился со склона, обошел елку и очутился на поляне. После лесного полумрака яркий свет подействовал на него, будто взрыв. Ручей черной лентой пересекал всю поляну, поросшую высокой травой, болотными лаврами и синими незабудками. Лоси протоптали тропу через всю поляну. Потом она сворачивала на глинистую насыпь, почти перегораживающую поток. Кацук почувствовал, что мальчик встал позади него, но продолжал изучать поляну. Внезапно он схватил мальчика за руку, оба застыли на месте. На поляне у ручья лежал мертвый лосенок. Его голова была вывернута под неестественным углом к телу. На шкуре были видны следы громадных клыков, алые на коричневом. Сейчас двигались только глаза индейца, разыскивая громадную кошку, что натворила это. Не похоже, чтобы она ушла просто так, оставив добычу. Что ее встревожило? Кацук просмотрел всю поляну по длине, внезапно осознав диссонирующее напряжение присевшего рядом мальчика. Хакват не мог долго обходиться без звука, и он мог привлечь внимание того, что встревожило кошку. Кацук почувствовал, как желудок его натянулся, будто кожа на барабане. В дальнем конце поляны по траве пошла волна движения, причем невозможно было заметить, как она возникла. Кацук заметил очертания хищника через стебли высокой травы. Движущаяся волна перемещалась по диагонали к тому месту, где ручей исчезал в стене деревьев. Сердце в груди индейца билось гулко и тяжело. Но что напугало хищную тварь? Кацук чувствовал, как просыпается в нем страх. Почему он не заметил здесь никакого знака, говорящего об опасности? Индеец покрепче схватил Хаквата за руку и стал отползать назад, к тропе, таща мальчика за собой и не обращая внимания на острые сучья и ветки. Где-то далеко за ними, на холме, затаковал тетерев. Кацук сконцентрировался на этом звуке и направился в ту сторону. Сейчас деревья частично скрывали их от поляны. Теперь Кацук уже не мог видеть волну в траве. Его мысли были теперь одной цепью неуверенности и боли. На поляне что-то не в порядке, и что-то неладное в нем самом. Он все время облизывал губы, чувствуя, как те холодеют и лопаются. Дэвид, перепуганный молчаливым исследованием и внезапным отступлением, двигался как можно тише, позволяя тянуть себя к вершине холма, где атаковал тетерев. Острый шип расцарапал руку. Мальчик зашипел от боли, но Кацук лишь тянул его за собой, заставляя поспешить. Они обижали вздыбленные корни дерева-кормилицы, длиннющие цуги, из ствола которой уже росли молодые деревца. Кацук толкнул мальчика в яму за деревом. Оба одновременно высунули головы наружу. «Что это?» – прошептал Дэвид. Кацук приложил палец к губам мальчика, приказывая молчать. Дэвид отпихнул руку, и в этот миг резкий треск выстрела из охотничьего ружья прокатился по долине и отразился эхом от стены деревьев. Кацук пригнул голову мальчика за ствол и лег рядом, напряженно вслушиваясь. Дыхание его стало неглубоким и прерывистым. «Браконьер! Ну, конечно же, здесь нельзя охотиться!» Укрытие за деревом кормилицы было затенено ореховым кустом. Его листья отфильтровывали солнечный свет, что отразился от паука, растянувшего свою ловчую сеть между двумя ветками рядом с головой Кацука. Проворный охотник в своей
шелковистой паутине, разговаривал со своего места с индейцем. Браконьер. Здесь, в этой долине, браконьерствовать мог только кто-то из его соплеменников. А кто еще мог рискнуть охотиться здесь? Кто еще мог знать о припасах в закопанных железных бочках, о замаскированных сторожках, о пещере, что раньше была шахтой? Но почему это его соплеменники находятся здесь? Сам он был уже освящен всеми основными духами. О его деяниях уже можно было петь песни. Образцы для этих песен уже находились в его мыслях, отпечатанные там ловцом душ. Задание его было той татуировальной иглой, что запечатлеет его деяния на коже всего мира. Так будут его соплеменники пробовать остановить его? О подобной попытке не может быть и речи. Путешественник Винс был убит. Кровь его была обещанием к отцу Калесу. Возможно, тело никогда не обнаружат, но как умер юноша, как текла его кровь, видел Хакват. Так что Хаквата теперь нельзя было оставлять в живых. Кацук потряс головой, направив глаза сквозь пятна света, видя и не видя серебряное колесо паутины. Нет. Он не мог думать о мальчике, как о свидетеле убийства. Свидетели? Так могли бы рассуждать Хакваты. Что такое свидетель? Смерть Винца вовсе не была убийством. Он умер, потому что это было частью большого замысла. Его смерть была отпечатана на совершенном невинном, подготавливая почву для жертвоприношения. Этот взгляд вовнутрь себя потряс Кацука. Он чувствовал, как позади него ежится Хакват. Маленькое лесное создание, вцепившееся в свою паутинку, уже решило вопрос о его жребии.